Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 32-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест-поставщик, так как дикие принесли танковый аккумулятор, а ОФЗ я сварил в убежище. Дикие также принесли мне R11 Ирсас, он мне понадобился по квесту «Оружейник», часть 13-я, и добил 6 ЧВК в районе офисов завода, что позволило закрыть егеря квест «Путь охотника. Охранка». Выпуск поддержали финансово Джей Декс, Стефан, Шинкар, Павел, Александр Якут, Тимон Омск, Денис Денис, Леха из Самары и Боник Форевер. Огромное спасибо вам за огромную поддержку, закрытую комиссию и доброе слово. Будьте здоровы. Джейдек согласен, есть такие моменты. При загрузке в Таркове в рейд можно прям сноски делать, типа «Правило Таркова номер один». Когда ты выходишь в рейд за чем-то конкретным, Тарков сделает так, что ты найдешь все, кроме того, что тебе нужно. Каратель на заводе много кто делает. Да, возможно, быстрее, но у меня начинает пригорать, когда я гружусь в рейд дольше, чем у меня ЧВК там живет. Тимон, с возвращением. Всем приятного просмотра. Значит, что у нас тут есть? Самогонный аппарат у нас установить можно, да? Бам, теперь можно будет гнать самогон. Если цукер еще найдем, можно будет бабахнуть. Ящик диких что-то притаранили за самогон. Давай, давай, да, понятно. Оружейник, часть 14, механик мне выдает сегодня. Можно будет сегодня его выполнить, но, наверное, ближе к концу выпуска сделаем. Что сегодня планирую? Это витамины, часть 1 планирую выполнить. Забрать 2 химических контейнера в Мантисе и в МЧС на развязке. Осведомлен, значит, вооружен. Одна Wi-Fi камера осталась у меня напротив Киба Армс в магазине. В общем и целом, нужно начинать выполнять квесты барахольщика, потому что лояльность упирается только в выполнение квестов. На повестке дня убить диких на развязке. 7 из 25 только настрелял. Первый рейд по классике. Разведывательно-развлекательно-познавательный будет у меня на развязку, можно будет в 6 утра бабахнуться. Короче, диким пойдем на развязку, посмотрим, в какое время спавнится дикарь. По предметам с развязки мне нужны только видеокарты, так что диким по офисам пошуршим, по компам. Так, что у нас есть? По медицине есть, приятно, приятно. Понял, прорынял. Это я где, на первом этаже? Так точно. Так, что у нас по времени? 23 минуты. Не густо, конечно. Но в таком случае я начну с идеи. С офисов идеи, потом в офисы Гашана, потом в офисы Олли, если успею еще по времени. Вряд ли, конечно, но попробовать стоит. И там на МЧС, в сторону МЧС пойдем на выход. Утреннее, вечернее время, в принципе, на развязке еще более-менее как-то светло, да? В помещениях, я имею в виду. Тупо днем идти. Вообще не вариант. Хоть можно вообще смело ночью даже выходить. Разницы особо нет. О, пойдет. Паракорд Армит. Понял, прорынил. Мне бы еще ключик от офиса Олли, по-хорошему. Опа, справа кто-то бежит. А, ну что, нормально? Ты дикий вроде. Вот в этих полумраке в этом, да, фиг различишь, кто свой, кто чужой. Питание подали, поэтому я думаю, что на ТЭЦе на 100%. Ой, вот эту шину я бы забрал. На ТЭЦе лутано, так что туда нет смысла даже идти. У нас чисто по магазам. Пошуршим. Можно зацепить. Расширяем возможности своего дикого. Расширяем карманы. Тут бывает спавнится, да? На кассах.
тут в офисе бывает спавнится. Ого. Профит. Хорошо. С галочкой. Квестовый газоанализатор. Что-то кто-то ходил там, что ли? Электрокомпоненты заберем. Тишина. Ну, для сумки Эрфит. Сумки Эрфит равно профит. Пойдет, пойдет. Короче, понятно, загружаются в рейд дикарей примерно на 25-й. Ну, в принципе, как и всегда, сейчас немножко более фиксированная какая-то стала, да? Грань загрузки диких на локации. Примерно одно и то же время, 22 до 30 минуты. В лесу и здесь, по крайней мере, это так, на развязке. Да это на таможне примерно то же самое время. Не то, что раньше, да, запустился и на красном таймере уже и не знаешь, куда бежать. В первую очередь. Чё я сюда пошел-то вообще не в тему. Пойдем теперь в офисы Гошана. Там компы пошуршим, пошуршим, посмотрим. Мимо сумок, какие знаю, проходить не буду. Потому что в сумках в последнее время прям хороший лутецкий появляется, да? О, пожалуйста, тебе гринбат. Эрфит, гринбат просто в сумках. Те, которые по пути буду поглядывать, сумочки. Ага, на МЧС стрельба, да? Это, скорее всего, уже чуваки пошли на выход. Наша диких кормить челоботов особо желания ни у кого нет. Тут похоже, что лутанулись, да? Ну, может, какой комп пропустили? Эй, ты что творишь? Тафай, тафай. Конденсаторы. Но это все варится, в принципе, поэтому забирать я не вижу смысла. Иди, кабели тоже там недорого стоят за ячейку. 1007. 8. Чистоган. Пойдем дальше. Больше всего компьютеров, конечно же, на той стороне, на стороне Олли. Там и в самом торговом зале несколько компов есть из двух сторон, там эти офисы есть. Так что самый лучший вариант по компам, это, конечно же, Оля. Так, тут что у нас? Патроны. А где биткоины мои? Нет биткоинов. Приходите завтра или вчера. Сумочка. Пойдет. Все самое ценное я пока нашел только в сумках. Ну, такое себе. Что такое СКС? Крепление. СВХ-глушитель.
О, тут выглядит перспективно. Возможно, тут даже и не лутали этот офис. Возможно. Airdrop полетел. Фризануло по тяжелой. О, аксель. В натуре я все самое ценное нахожу в сумках сейчас, прикинь. Фантастика. Опа, очки. Отсюда. Сигнализацию выключим. Тишина. Так, лады, внедряемся тогда в торговый зал. Хотя тут еще спаун же есть, да? Интересностей. И сумочки. Блин, я теперь мимо сумок не буду проходить. Нифига себе. Какие приятности там спаунятся, слушай. Очень даже ничего. Где-то тут еще была сумка вроде как. Вот она. Освежитель и туалетная бумага. Принадлежности у кого-то. Туалетные, да, в сумке? Не хватало еще какой-нибудь книжки почитать. Там, я больше чем уверен, все залутано, раскиба вскрыто. Ну и что тут за хуйня? Тут тишина. Тишина. Ладно. А, еще наверх можно в теклайт заглянуть на всякий случай. Пойдем глянем, что раз уж тут, да? И потом вниз за компьютерами. Вон, тело лежит какое-то, можем будет тоже попялиться. Вот вам. Прожектор. Блоки питания и все такое. То, что нам надо, отсутствует. Джифон сломан. Ой, этот золотой. Сейчас, может, приоденемся? Вроде как чевок лежит, да? Нет, дикий. Окей. В общем, смотри, тут офисы, компы несколько, там в углу офиса, тут информационка, там два офисных помещения, или три даже офисных помещения. Тут компов капец дофига. Может, повезет, что-нибудь да найдем нужное нам. Первая, третья стойки компы есть. Но в компах ничего нет. О, кто-то квестик делал. По красоте. Вот, блин, елки-палки. Да, за человеком можно было бы залететь сейчас на этот квест.
Хотя сейчас делать такие квесты самый кайф, потому что ключи будут стоить не так дорого. Большинство из этих ключей, кому нужны были, уже раскупили или нашли. Возникают иногда вопросы в комментариях по поводу того, можно ли начинать типа посреди вайпа или дождаться уже нового вайпа, не начинать. Вот сейчас самое благоприятное время для внедрения в игру. На самом деле. Сейчас более-менее спокойно. И лута много квестового. И для убежища который. Блин, тут кто-то уже прошвырнулся до меня. Выходит, что... Ладно, мы будем тогда терять время. Пошли через информационки, и те компы, которые по пути будут, их зацепить еще успеваем мы. Рейд электродвигателей, уже сколько их штук встретил, штуки 3, наверное. Свои шатаются. Тут свои шатаются. Со второй волыной. Кого-то раздел уже. Диким вообще по-хорошему можно было бы и ночью, да, залететь, чтобы... О, базару нет, я нашел видеокарту, прикинь. Все, беру свои слова обратно. Четко все. Есть одна видеокарта. Мне две видеокарты надо еще с галочкой сдать механику. Одна есть, надо постараться вынести ее. Ну и по пути у меня сейчас будет еще пару офисов, наверное. Или уже смысла нет сюда заходить. Походу тут пошарились уже нормально так. Да, тут уже лутано. Понятно. Значит, в этих офисах мне ничего не светит. Ага, и тут тоже лутано, да? Хорошо. Самые такие укромные уголки, местечки лутанули, да? А в самом проходимом месте никто не посмотрел информационку эту. Вот так оно и бывает. Тушенка. Ну все, кушай. На здоровье от пуза. Чтобы был красивый, счастливый, довольный, что он видеокарту мне вынес. Ничего не знаю. Поехали аккуратно. Короче, буду выходить на МЧС. Вон туда. Бежать надо. Вот мы и дома. Почти что. Жух. Зашибись. Видеокарта домой идет. Все, пацаны, валим отсюда. Как неожиданно и приятно найти видеокарту за дикаря. Я просто вообще с кайфом. Нормально. Хороший рейд получился, однако. Значит, механику по садоводству части 4 передаем вторую видеокарту. Остается еще одна. А сами отправляемся на развязку. Ключ от МЧС взял. Ключ от подсобки на электростанции тоже взял. Так, чисто для лута, да, если там выходить буду. И денежку взял. А, и Wi-Fi камеру тоже взял на пометку. Все, получается, готов.
Так, мы, короче, появились. На задней площадке, да? Блин, как тогда сделать, а? Правильно, хорошо, красиво, счастливо, чтобы было. Ну, мне по-любому надо внутрь, блин, заходить. Так что... На Wi-Fi камеру эту. Давай тогда через внутреннюю часть попробуем проскочить. Наверное, не очень идея. На раннем тайминге сразу к Кибе идти. Но попробовать стоит. Мы сейчас таким макаром попадем в аккурат под разлом. И как раз там точки интереса мои. А, уже флешат там. Там киллы уже щупают, пацаны. Вон побежал кто-то. Это, короче, под Олли, который спавн. Подбежал уже. Ну, чисто киллос. Ого, нифига там. Текстуры пропадают. Короче, понятно. Надо немножко мне погулять. Как бы. Или тоже такой себе вариант. Что у нас там по инъекторам? Ладно, еду мы найдем в любом случае. Ну раз флешки раскидывали, возможно, киллу ищут. Я так думаю. Посмотрели, килла есть, килла нет, ушли. Скорее всего. Класс. Так, Индор. Значит, теперь через эту сторону идем, да? Ну а чё, тогда предлагаю как сделать? Давануть прямиком в эту самую. Блин, или наверх не подниматься? Вообще, можно было бы и наверх подняться тогда. Дикие, дикие, хочу их в первую очередь, в общем, пострелять. Дикие идеи у нас как вверху, так и внизу, в принципе, есть. Как тогда сделать? Давай, наверное, через низ я тогда пройду по подвалам. Гляну, там диких есть, нет. Потом пойду на ТЭЦ. Оттуда через верх идеи. Через верх идеи. Кассам Гошана. А отказ Гошана туда уже и внедрюсь в магазины. Все в этом духе.
попробуем так сделать, в общем. Что тут у нас, Тарков, скажешь? Тишина получается. Служивая, это наша. Пиздюк. Сдохни, тварь. Сейчас подумают, что здесь кило. Уже пришел кто-то, по-моему, с улицы. Или это сверху стрельба была? Сука ты, блядь, глупый, блядь, гнида, блядь. Так, грудь, живот, да? Там же у меня еще оперативная есть задача, да. Грудь, живот, 35 метров. Я забыл вообще рассказать про нее, то, что оперативную еще взял задачу. Что-то кого-то я там слышал, но возможно, что наверху идея. Кому тут пизды выдать? Да. Похоже, что наверху на кассах парни трутся. Ну вот. Пару диких есть. Все не в холостую, да? Обновим свой гардероб. Жилет охранника, из него варятся, короче, тряпки кое-какие по текстилю для барахольщика, поэтому они в цене, они на прямой продаже, их нет в прямой продаже. Они есть только вот так вот. Давай тогда через... Блин, я не хочу здесь выходить, честно говоря, я постоянно как там выхожу, огребаю вечно. В прямой продаже этих нет жилетов, поэтому их покупают на барахолке. И довольно бодро. Около 20 тысяч за жилет получается. Ладно, мы тогда с другой стороны потом в кассу зайдем. Сейчас глянем ТЭЦ, что у нас там творится. Как раз посмотрим, есть ли машина или нет. Будет как всякий пожарный случай выход. Понятно.
Выглядит, будто и нет никого. А вон он. Ты за место, что ли, хочешь? Фига ты, маньяк. Да вы что, издеваетесь, что ли? Базару нет, и по башке, и везде, блин, понастучали мне. Нифига вы жесткие парни. А чё так-то? Чё так провтыкал, бам-бам, и по башке, и по руке, и всё на свете. Вон, смотри, грудак, блин. Нормально. Пацаны, на чеку у меня. Ушки на макушке. Сходу накидали. Давай тогда с этой стороны зайдем. Чё нам? Надо, кстати, попробовать как-нибудь мне полутаться именно здесь, в подвалах, поискать. Вот чисто по палаткам. Говорят, тут оружейных ящиков куча целая. И можно вообще богато так по модулям всяким вывести. Ваше здоровье. Чисто ради интереса. Какой-нибудь стримчик, да, лутательный запустить. И пошариться тупо по подвалам. А лес, в принципе, мы поняли, что он кормит. Правда, Лидекс ни разу не попался. К сожалению. Сейчас мы их стрельнем где-нибудь, позицию найдем хорошую. Обезлим, что его крытие у меня было на всякий случай, да? Где же вы были, а? Ладно. Зайдем тогда с этой стороны. Жалко, нет. Машина есть зато. Это хорошо. Так, а что у нас получается? Дальномер же есть. 83 метра, 35 метров, сколько примерно? Примерно как до кустов, да, ближних? Примерно. Окей. Он пошел проверять меня. Товарищ проверяющий. Да ну, Лиса, как ты промазал-то, а? Этот в зеленой куртке, это, по-моему, СКС как раз и был, да? А, того я убил вообще, получается. По-моему. Вроде никого, говорят. Ну давай, иди смотри тогда.
пойдет он туда же? Было бы очень хорошо, если бы пошел. Дистанция тебе и все на свете. Не хочет туда идти. Ё-моё, из-за одного дикого сейчас вот это вот... Да ладно, пофиг. Будет возможность на дистанции стрелять, будем стрелять. Нет, так нет, пофиг на этот делик. Мне главное основной квест сделать. Косо, оба они живые. Нифига себе. А тут я что видел туда? Тряпка какая-то. Тарков хэтрой обманывает. Подбирает чуть-чуть, подбирает по информации. Тут походу лутались уже. Прям все куртки пустые в ноль. Или просто ничего не заспавнилось тут. Понятно. Ну, вроде бы тишина внутри в помещениях. Я не слышал никаких там выстрелов жестких. Можно попробовать сходить по основному квесту своему. По основным квестам. У меня же два квеста там висит. Надо, я считаю, компьютеры все-таки глянуть. Здесь. Ну и зато есть инфа о том, что здесь машина работает. Надо быстрее идти, пока челоботы не прискакали. Иначе с челоботами тяжелее мне будет. Они-то парни на суете. ПС-ки, нифига себе. Как он мне не пробил башню? Или это 9 миллиметров попал мне? Погнали. По времени у нас 25. Ну все, дикие уже должны подвалить. Челоботы. Если что, у меня будет больше инфы по поводу того, где кто есть. А я не спеша вот идти сейчас в кассы, ой, в этот, в офис идеи или не идти. Вот я, блин, не знаю, если честно. А давай сходим. А вот, аирдроп полетел. Значит, дети уже подъехали, скорее всего. Челоботы. Пофиг, давай, как и планировал, через верх идеи. Дальше больше. Флешки какие-то, ну вы серьезно до сих пор что-то здесь еще ищете? А, это пистолеты. Это, походу, эти дикие подъехали обычные. Лоботики. Так-то челоботики мне тоже подходят. Но они, зараза, отчаянные. И непредсказуемые. Угу.
рей счетчиков Гейгера. Погнали в Гашан. Надо. Справа кто-то бежит. Ладно, пусть бегут. Пусть бегут неуклюже. Пчелоботы по лужам. Лесохитрый пойдет на Гашан. Не буду смотреть, короче, в офисы, компьютеры, все это дело оставим челоботам. Так. Мне же в МЧС надо зайти. Нафиг я сюда пошел? Пойдем в МЧС-ку. Нам сюда. Шприц. Ястреб. Хотя он стоит там 1020 всего. Можно было бы и не брать так-то. Так, вот он мой квестовый предмет. Один из двух, которые мне нужны. О, Тетрис. Нам нужен теперь мантис, вот это. Вот эти магазин. Или это надо мной было наверху? Понятно. Чё, говорят, в Мантисе тоже есть шанс небольшой, да, ледуху найти? Или это миф? Опа, очки РБСМП. Уая, красота-то какая!
РБ СМП это ключ же у меня. По квесту. Терапевту на резерве. РБ КСМ, РБ СМП. Так, вот он второй. Хим-контейнер. Вот, когда не торопишься, спокойно. Мирно идешь, нормально все происходит. Размеренно. Совсем другой Тарков получается. Вот это не самое ценное. Тут самое вот это можно забрать, да? Вот это. Вот другой разговор. Так, ну что теперь? Надо напротив кибы садиться и стрелять. Все, кто подходит. И закладывать Wi-Fi камеру. Кто-то ходил, я так и не понял, наверху или внизу. Все, шикарно. Вали кепку. Один квест мы уже закрываем. И чё ты где? Хороший вы, блядь, человек. Чё ты стонешь там, клюка, блядь? Фары врубай, вафел. Да я вас рвал, что я работаю. Опы. Вот ну ёбать, а. Ах ты хер ебуч. Наверху. И справа еще один. Ну, можно через кассы Гашана и налево. На ТЭЦ. Ты куда пошел? Вон он упыль! Блин, он если попадет по мне, мне капец больно будет. Че я в этой паке? Да уж. Спасибо. Мамочки, там чулобот. Прям здесь кто-то крутится на этих.
на биткоинах. Падла. Воевать хотят. Что нашел? Там еще кто-то крутился. Возможно, это он, который сейчас подбежал. Блин, с челоботами тоже. Тяжко, я же в паке. Щелкнут, как делать нефиг даже с плохим патроном. Что там на ТЭЦ, не уехали еще? Не, не уехали, зашибись. А кто-то питание подал. Я не подавал, кстати, питание. Пойдем на ТЭЦ, попробуем там выехать. В таком случае. Сумочку гляну еще. Неплохо, неплохо. Надо выходить, надо вынести эти самые медконтейнеры. Химконтейнеры, точнее. Диким у нас что осталось? Ой, да тут дофига еще. 9 диких. Дождик начался. Ключик дешевый, который от подстанции. Пару тысяч всего стоит. Вот от вот этой времянки. Зато тут есть спавн, обычное оружие просто валяться может. И пару ящиков, в котором я не знаю, как связано это, но они почему-то хороший лут тут появляется. Пойдет. Ну, за 2000 ключ он сразу же окупается. Тем более, что здесь нередко выхожу. В легкую окупается. В газели тут, кстати, медицина спавнится. Шприцы находил и прочее. Тачка на месте, зашибись. Погнали. Служивый! Я уже хотел выехать за тобой, искать тебя. Все, нормалек. Ждем 30 секунд и выходим.
Ну чё, вообще кайф. Конечно, долгий рейд получился, но зато пострелял, походил по диким. О, 10 штук целых завалил. Нормас, нормас. Мне они и нужны были как раз. Забрал 2 хим-контейнера с развязки и могу теперь закрывать витамины часть первая. И установил 3-ю последнюю Wi-Fi камеру на развязке напротив магазина Kiba Arms. Осведомлен, значит, вооружен. Квест мы тоже закрываем. Выдает теперь витамины часть вторая. Квест здесь передача предметов. Респиратор 4 штуки надо было. Один респиратор я все-таки где-то не нашел. Блин, только что еще смотрел на него, задик выходил когда. Ну ладно, переливы передаем, один респиратор где-нибудь найдем, это не проблема. Прикормка квест еще выдает. Мне нужно закладывать золотые цепочки на развязке, на таможне и в лесу. И на развязке теперь нужно будет чувака ночью убивать. Так, развязка, 5 утра, пойдем. Темновато будет сначала, но ничего, будет светлее и светлее, так что это не проблема. Все, до 10 утра у меня будет еще как раз запас. 4-5 часов игровых. Так, 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 так. Что мне нужно? Мне нужны просто дикие, получается. Больше мне вообще ничего... А, нет, заложить же надо. Надо в центр торопиться. Проплыться. Выносливость до 13 уровня поднялась. Неплохо. Можно рискнуть прям... Блин, я вот сейчас опять поплачусь за вот этот риск, да? Но у меня спаун неплохой, я близко прям. Ладно, пофиг, рискнем. Вовремя стамина кончилась. Очень даже вовремя. Сложил? Сложил. Зашибись. Сначала эти положу. Цепочки спрячу. Наяривает кто-то. С глушака. Не пойму, где, правда. Все, последняя цепочка теперь у меня освободится. Гамма. Чтоб хирургию там и шину эту не покупать раз за разом. Ну и под задачу выполним заодно, да? О, зашибись. Сразу магазин дополню. Все, можно будет глянуть этого чевака, посмотреть, что у него там, стянуть с него. Ну, по-моему, там не особо заряженный такой был. Там ГСШ у него и что-то какая-то волына несерьезная. И пойду потихоньку в сторону ТЭЦ. Там буду искать себе выход. Сильно долго не хочу в рейде задерживаться. Мама, на этой стороне стреляли, блин. А, нет, СВД. Нормас, нормас. За килой пришел, походу. Куча слеп всяких. Два человека прошло. Служивый!
Вот это. Я вообще по другим делам пришел сюда. Устал парень. Второй, я что-то не понял, ЧВК был там, что ли? Или тоже дикий? Да, была бы хорошая броня, можно было бы попробовать попушить их, да, там все такое. Но с моей пакой, блин, ходить воевать. Суицид. Ладно, докинем тогда патроны по магазинам. Нормально. Сука, ёбнули нашего! Это, возможно, пошли закладывать туда. Эти самые, которые шлемы, уши, да? Вполне возможно. Да, 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 понятно. Глупо будет это все сейчас. Ну, в принципе. Терять-то мне особо нечего. Так-то подзадача выполнена. Интересно, по эскалатору кто там бежал, дикий или кто? Нет никого. По металлу прям отчетливо я слышал. О, это наш клиент. Эй, земляк, мы... сюда пошел! Сука, отстрелялся нахуй! Блин, зараза. Пришлось сблизиться, короче. Ну что, я там прям на открытой. А патронов... Патронов-то у меня больше нет. Наяривают. С центра. Блом увеличу еще пятерых диких. Тогда можно, я думаю, МЧС-ку глянуть. Может, там на дистанции дикого найдем какого-нибудь. Надо попробовать. Дистанции у меня еще... А, нифига себе, на четверых я ничего не сделал, получается. Это тут дикий ругался. Может, он его лутать? А, вон он сидит. Ведь и ушел.
Оба в голову стреляли. Хотя дистанция наоборот, да? Не про голову. Очевидно, что больше 35 метров. Меня справа не видно было. Ну что, если это дикарь, он вернется, я думаю, на эту позицию. Оружие не забрали. Давай подождем чуть. Офигеть, тут дикекос. О, зашибись. О, зашибись, двоечка в аккурат. В грудь. Видят, зараза, да? Причем хорошо довольно видят. Уже светло на улице, хорошо. И на ТЭЦ потом пойдем, сходим. Если на ТЭЦ работает выход, то там и выеду. О, сзади кто-то. Дикий сзади заспаунился. А что ты имел в виду? Когда говорил, что конец мне. Опа, блин, проморгал. Ту, елки-палки. Чуть-чуть не дождался, не дотерпел, да? Тайминга. И все, профукал. Ядреный корень. Фиг его знает, когда он теперь вернется на эту позицию. И вернется ли вообще он туда. Чуть-чуть подожду. ЧВК пришли, прикинь. Или нет? Ну что-то шустрил, бегал туда-сюда, как ЧВК. Ага, вон он. Не, это дикий. Может, это челобот уже? Да, возможно, кстати. Нет, короче, я не дождался никого. Тут ни дикий не вернулся, ни челобот там промелькнул, и все, никуда больше не пришел, ничего не стал лутать. Оставляю я тогда эту позицию. Пойду гляну дейликовских на дистанции. Посмотрим, может тут получится сейчас на дистанции щелкнуть двух чего этих дикарей. Как раз там хорошие эти расстояния. Получится, окей, не получится, пойду в сторону ТЭЦ, может быть там получится. И на ТЭЦ выскочить постараюсь.
Эх, блин, нет никого, прикинь. Жалко. Выход у меня, я же перед торговым центром заспавнился. Значит, выход у меня на МЧС тоже есть, как альтернатива. Но это на случай, если вдруг на ТЭЦ машины не будет, так как у меня уже принц... Ну, хотя можно скинуть мешок. Болтушку свою можно будет выбросить, а СВД-ху забрать. У меня же после паки этого и шлема 6Б47 как раз будет каратель со СВД-хами. Да и плюс оружейник там, а СВД 100 тысяч стоит. Без ничего, голая, вон он сидит. Блин, не попал, прикинь. Он все разлутал уже там. Ну, ядрёна вож. Вот опять, сколько сидел, смотрел. Да, он разлутал уже, он разгрузки валяются отдельно. Ёлки-палки, я все профукал. Опа. Подожди-ка. Как я в бетон попал, а? Капец. Дикие обычные меня сейчас размотают там. Опа. Чё, кто-то прибежал? Того я убил все-таки, получается. Опа. О, зашибись. Все, это челобот был по ходу. Все, лечимся и домой. Все, остальное пусть пропитал лечит. Все, я готов идти на выход. Я, по-моему, этот самый... Да, я дейлик закрыл, а по основной задаче у меня всего лишь один дикий остался. Но я думаю, что я одного дикого сейчас найду на ТЭЦ внизу. Аккурат там постараюсь выйти с локации. Если нет, то вернусь сюда в разлом в заборе. Туда. В разлом выскочу. О, вижу дикаря. Не попал. Ну, это обычный дикий, так что можно сказать, что все окей. Сейчас, если никто мне не помешает... А, стрельба вообще в другой степи. Ну, что здесь? Сейчас мы его с Юмпа просто доберем. Да и все. Полный схрон, прикинь. А, я-то думал, сова. Времяночку вкусную. Тоже побялимся. Бам. Капец. Сглазил, короче, времянку. Вообще сглазил временку. Все, плохая временка, ключ не берите, 2000 слишком дорого.
Не самый, конечно, лучший лут. Ну, неплохо. Машина есть, на машине поедем. На тачке. На тачке. Главное этого дикаря добить, чтобы можно было барахольщику закрыть квест и взять новые квесты. А то сейчас одного дикого мне придется потом снова выходить в целый рейд. Где-то тут заныкался, походу. Отличности. Все, шаримся тут на ТЭЦе и едем домой. Можно будет даже вот так вот организовать себе магазинчик. Все равно он пустой. Ну и все, что сможем забрать, сейчас заберем. Компоненты. Я теперь боюсь этого угла, ё-моё, честно. Спокойно долутываем ТЭЦ и едем домой. Такое впечатление, что здесь челобот какой-то прошелся. Сюда. Еда. Кулер с предыдущего, за дикого, который вынес, за 25 тысяч продал. Сейчас кулеры почему-то в цене. Что заберем кулерок. Понятно. Все с вами понятно. Все, ехали домой. О, респиратор, прикинь. Респиратор нашел. Тафай. Бам, еще один квест закроем, если выйдем сейчас. Ништяк. Так, Рэдкову забрать бы тоже. Жух. О, есть. Хорошо, что глянул труп, да? Зашибись. Выкупаемся. Как хорошо, что у меня деньги были. А то я что-то не посмотрю. У меня 45 рублей последних осталось. Что-то не глянул, вышел опять.
Хороший рейд получился, полчаса ушло на все про все, убил одного юсека, который пошел мне как раз в квест и лыжнику, и покарателю, да, и добил дикарей сколько надо было. Дейли квест устранения я завершаю, больше 35 метров, шестерых грудь, живот диких мы настреляли, значит забираем опыт, деньги и лояльность. Нашел на диком респираторную маску, передаю, это как раз четвертый предмет, последний, который нужен по витаминам, завершаем витамины, часть вторая. И закрываем квест, вернем ультре былое величие, 25 диких. На развязке я настрелял, значит продвигаемся дальше по барахольщику. Открывает теперь квест картотека, часть первая. Нужно ведомости с Гашана, Олли и идеи из трех магазинов забрать и вынести с локации. И кровь войны, часть первая. По этому квесту мне нужно пометить маркерами 3 цистерны. Это все тоже на развязке делается. И кстати, попутно сегодня я делал путь охотника, очистка леса, диких по всей территории Таркова же мне нужно было убить. 18 за сегодня настреляли, неплохо. Че там? Буду. Сейчас пойду. Все, хакашку собрал, оружейник очередной 14-й, мы можем закрывать. Передаем ее механику и забираем награды. Часть 14-я оружейника завершили. Оружейник часть 15-я, здесь нам нужно будет АС-вал собрать. В принципе, сборка простенькая и не особо дорогая. Я предлагаю 15-й оружейник тоже закрыть сегодня. Все, валик собрали, тоже готов, красавец, к сдаче. Передаю АС-вал механику и завершаю оружейник часть 15. Выдает оружейник часть 16. Здесь необходимо ДВЛ 10 собрать. Слушай, а ее ведь и тоже можно собрать. Тут не особо-то дорого это все обойдется мне. Все, ДВЛ-очку тоже собрали. Даже магазин не пришлось вставлять. Так можно передавать ее без магазина. Пошла ДВЛ-ка тоже к механику. Блин, зашибись, я сколько опыта сейчас подниму. Да, оружейник 16 тоже закрыли сегодня. Оружейник часть 17. Нужно собрать теперь АК-102. Вот такой красавец получился. Собрали и АК-102. Капец, сегодня прогресс спященный. АК-102 передаем. Завершаем. Оружейник 17 сделали. Оружейник 18. Идем дальше. Нужно модифицировать, говорит АКМН. Все, автомат Калашникова АКМН 7.62. Мы тоже собрали. Такой симпатичный аппарат получился. Передаю автомат механику. Закрываю оружейник, часть 18. Оружейник дает снова буста по опыту. Неплохо так продвинулся сегодня. Буду на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры, хорошего настроения и до следующего выпуска. До свидания.